Всем добрый день. Кто тут у нас сидит? А? Тём. А, Тём. Тём к Стеше пришёл в гости. И куда ты полез, сынок? Стешечка. Стешечка кушает там, мой сладкий. Да? Стеш. Яблочко кушает Стеша, да. Яблочки по 69 рублей в Магните. Купили свои, кончились. Эпа. Котя. А Котя, по сену-то не ходи там. Любопытный. Тём. Кто там? Сынок. Куда ты лезешь-то? Ой. Воробушки или синички кто-то прилетели, чирикают. Вот так классно, чирик-чирик, чирик-чирик на дереве. Синички или воробушки. Ну что ты тут сидишь-то, гремыка? Пойдем, сынок. Куда ты поскакал-то? Было все в снегу, снег растаял. Куда ты? За птичками? Ай, охотник. Все растаяло, и вот, пожалуйста, все теперь как есть. Вот эти два новых сорта клубники, посмотрим, как они будут в следующем году плодоносить. Забыла, хотела посмотреть, как называется, так и не посмотрела. Ну вот как-то так. Холодно сегодня. Холодно и пасмурно. Ой, загибается прям все. Ну ладно, снежком прикроется, может. Вот такой холод, даже работать в огороде не хочется. Нам надо баню разобрать, чтобы затопить баньку. Все оттуда убрать. Бочки уже убрали все. Такая унылая. Унылая пора. Я не люблю такую. Не люблю я такую пору. Пойдем. Пойдем, сынок. Все. Птички улетели все. Пошли, мой зайчик. Пойдем. Мар-мар. Мар-мар. Пойдем, мой зайка. Пойдем, надо одеться потеплее и идти в баню. Ну, трясун. И нам надо с бабушкой баню разобрать. Хулиган. Ой, зацепилась. Хулиган. Пообедаем. И после обеда будем работать. Пошли, прячешься. Прячешься. Пошли, сынок. Идем. Пошли домой. Пошли домой, зайчик. Вон птички чирикают. Сейчас побежит. Пошли, сынок. Кс-кс-кс. Артем. Кс-кс-кс-кс. Тема. Пойдем быстрее. Чукчик. Чукчик мой. Пойдем, мой сладкий. Замерз. Давай. Пошли домой. Заходи. Пойдем. Убежал. Все, я домой.